Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Сегодня у нас с вами гороскоп на 29 апреля 2020 года. Это 7 и 8 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Рак. Сегодня день переменчивого настроения. Старайтесь удержать в себе позитив и не идти на поводу у низменных желаний. Вы сможете повернуть свою жизнь к лучшему, если внимательно отнесетесь к происходящему вокруг и сделаете правильные выводы. Не стоит вести сидячий образ жизни и злоупотреблять спиртными напитками. Далее, друзья, у нас общий гороскоп на 29 апреля 2020 года. Сегодня подходящий день для решения многих проблем. Дело в том, что сейчас даже те, кто обычно витает в облаках, смотрят на вещи реально. Это дает шанс найти ответы на важные вопросы и понять, что нужно делать, чтобы преодолеть преграды. Можно делать покупки, в том числе и крупные. Не всегда легко найти общий язык с окружающими. Могут возникнуть проблемы с тем, чтобы довериться даже самым близким людям. Нежелательно вспоминать о неприятных событиях прошлого и обсуждать старые проблемы. Лучше сосредоточиться на настоящем и будущем. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп на 29 апреля для каждого знака зодиака. И мы начинаем со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, начало дня будет благоприятное. Именно это время можно использовать для важных дел. Справиться с ними будет легче, чем вы ожидали. На пути порой возникают преграды, но вы сможете преодолеть их и добиться успеха. Найдется достойное применение вашим лидерским качествам. Вы легко вдохновите кого-то на подвиги, если это потребуется. Во второй половине дня понадобится вам сделать паузу. Одним овнам она будет нужна для того, чтобы отдохнуть, а вот другим, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию и принять взвешенное решение. Далее гороскоп для знака зодиака Телец. Уважаемые тельцы, что бы вы ни планировали, нужно будет действовать быстро и решительно. И для этого нужно для того, чтобы добиться вам успеха. Поэтому не тратьте время зря, не откладывайте задуманное. Сегодня, вероятно, у вас новые знакомства. Вскоре они окажутся даже полезными. Поскольку вы многим нравитесь, вряд ли кто-то ответит отказом на ваши просьбы. Сегодня подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу и в делах, и в личных отношениях. Можно положиться на интуицию, она дает вам своевременные и точные подсказки. Часто вы и сами не понимаете, почему вы поступаете так, а не иначе, но все же вы сами добиваетесь успеха. Далее гороскоп для знака зодиака Близнецы. Уважаемые Близнецы, не все дается вам легко, но вы не сдаетесь и правильно делаете. Это день, когда упорство и настойчивость совершенно вам необходимы, чтобы добиться даже скромных успехов. Часто женщины дают хорошие советы, благодаря которым удается и избежать ошибок. Сегодня хорошо принимать гостей и устраивать небольшие домашние праздники. Во второй половине дня могут появиться какие-то интересные идеи. Реализовать их удастся не сразу, но это вряд ли вас огорчит. Вы умеете ждать. Нежелательно заниматься сегодня утомительными делами. Чрезмерные нагрузки сейчас плохо сказываются на вашем самочувствии. Далее гороскоп для знака зодиака Рак. Уважаемые раки, у вас очень сегодня беспокойный день. Часто события развиваются совсем не так, как вы ожидали. Поэтому вам приходится менять планы, быстро принимать решения и воплощать их в жизнь. Отношения с окружающими порой складываются очень напряженно. И сегодня не исключены разногласия даже с самыми близкими людьми. Старайтесь не идти на поводу у эмоций. Если вы сохраните самообладание, серьезных конфликтов не возникнет. Люди чаще обычного обращаются к вам за помощью, и многим вы просто не можете отказать. Часто речь идет о финансовой поддержке, поэтому вам приходится ограничивать себя в расходах. Далее гороскоп для знака зодиака Лев. Уважаемые львы, этот день лучше подходит для отдыха, чем для каких-то полезных занятий и решительных действий. Будет возможность хорошо провести время, пообщаться с людьми, которые вам симпатичны. Также сегодня не исключены удачные совпадения. Воспользовавшись ими, вы справитесь с какими-то старыми проблемами и поможете близким, оказавшимся в трудном положении.
поступает сегодня и вам много противоречивой информации. Все ее нужно тщательно проверять. Также не верьте слухам и сплетням. Старайтесь не давать для них поводов. И вообще, чем меньше внимания вы сегодня к себе привлекаете, тем лучше для вас, уважаемые львы. Далее гороскоп для знака зодиака Дева. Уважаемая Дева, вам предстоит многое обдумать. Делать это лучше спокойно и не спеша. Головокружительных планов лучше не строить. Лучше оставить в себе время на размышления и планирование. Очень хорошо день подходит сегодня для учебы. Вы сможете освоить многие сложные дисциплины. Главное, чтобы они были по-настоящему интересны. Также сегодня день подходит для общения с единомышленниками. Можно пригласить и в гости, или организовать встречу в каком-то интересном месте. В непринужденной атмосфере вам удастся обсудить многие вопросы, и которые будут важны для всех. Далее гороскоп для знака зодиака Весы. Уважаемые Весы, сегодня интересный день, насыщенный приятными событиями. Влияние позитивных тенденций сильно, и вы чувствуете это с самого утра. Появляются новые идеи, которые касаются работы или бизнеса. Благодаря им перед вами вскоре откроется путь к успеху. Сегодня полезны разговоры с единомышленниками, людьми, которые могут не только поддержать вас, но и сделать толковые критические замечания. Старайтесь избегать перегрузок. Сегодня они могут стать причиной головных болей и бессонницы. Сегодня очень полезны поездки и прогулки. Отправляться на них стоит вместе с любимым человеком. Далее гороскоп для знака зодиака Скорпион. Уважаемые скорпионы, в начале дня вам будет трудно сохранить спокойствие. Вы впечатлительны и вспыльчивы. Можете из-за пустяка разозлиться на всех вокруг. Постарайтесь избежать конфликтов. Если вы поссоритесь с кем-то, помириться окажется очень трудно. Вы честолюбивы, стремитесь всегда быть впереди и обижаетесь, если кто-то не замечает ваших достоинств. Иногда это приводит к серьезным проблемам в общении. Вторая половина дня пройдет приятнее. Будет возможность заняться тем, что вам по-настоящему интересно. Также не исключены приглашения и предложения, от которых не захочется отказываться. Далее гороскоп для знака зодиака Стрелец. Уважаемые стрельцы, мелкие происшествия, неудачные совпадения заставят вас поволноваться в начале дня. Вы нервничаете, если что-то складывается не так, как ожидалось, и крайне неохотно меняете свои планы. Не исключено, что придется отложить запланированные поездки и развлечения, чтобы в чем-то помочь близким, заняться решением семейных проблем. Вторая половина дня в целом будет более приятной и плодотворной. Вы найдете способ и себя порадовать, и близким поднять настроение. Именно на это время стоит планировать любые встречи, знаете, они пройдут хорошо. Далее гороскоп для знака зодиака Козерог. Уважаемые козероги, вряд ли вам удастся совершенно сегодня избежать проблем. Вам часто не удается довести начатое до конца, приходится откладывать на потом дела, которыми хотелось бы заняться. Вы идете на поводу у окружающих, подаетесь на уговоры, порой против воли берете на себя какие-то обязательства. Ваша забота о благополучии близких понятна, но нужно помнить и о собственных интересах. Нежелательно сегодня заключать сделки, особенно если у вас есть хотя бы малейшие сомнения в их законности. Знаете, это не самый благоприятный день для крупных покупок, и вряд ли они будут сегодня удачными для вас. Далее гороскоп для знака зодиака Водолей. Уважаемые Водолеи, начало дня будет благоприятно для вас. Это время хорошо подходит для общения, вы со многими находите общий язык и можете привлечь на свою сторону недавних соперников. Люди, которые прежде недооценивали вас, изменят свое мнение. И не исключено, что ваши идеи получат поддержку каких-то влиятельных особ и вскоре будут реализованы. Во второй половине дня нелегко будет сохранять душевное равновесие. Эмоциональный фон становится напряженным. Вы нервничаете из-за пустяков. Часто сердитесь на тех, кто вам дорог. В это время лучше не обсуждать важных вопросов. Далее гороскоп для знака зодиака Рыбы. Уважаемые
Рыбы, утро будет напряженным. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела. Это заставляет нервничать. Не все ведут себя тактично. Некоторые критические замечания могут вас больно ранить. Однако вы никому не позволите оказывать на вас давление, и все важные решения примите самостоятельно. Постепенно ситуация будет стабилизироваться. Открываются новые перспективы, появляется возможность заняться чем-то интересным. Вы стараетесь быстро учиться и узнаете много нового. Вторая половина дня благоприятна для творчества, уважаемые рыбы. Друзья, вот такой у нас гороскоп на 29 апреля для каждого знака зодиака. С вами, как всегда, был канал Астрора. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале, ну а мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!